Так делитесь с ребенком искусством. Делитесь, господа. Только надо делать все грамотно. Жалко было, но мама с папой расстались, и я жил с бабушкой. А так папа был крутой специалист в деревообработке. Я им стал, но позже. А теперь что я делаю? Как-то внезапно получилось, что я владею многими средствами, передаваемыми ребенку. И будет работать круче, и дай это бог. Летает, растягивается, учит английский. Борьба, карате, пение, музыка, танцы и школа, естественно. Потихоньку становится специалистом в телевидении. Да кто мне дал такое-то? Ах, как это хорошо. Ах, сердце радуется. При этом все с удовольствием. Извините, можно посмотреть и сделать свой день рождения. Ладно, хоть мест таковых в городе много. А есть еще и горные лыжи, коньки, аквапарки. То, что мы делаем для детей, качество ранее нами невиданное. Жалко, конечно, лимонарий. Очень жалко. Но, по сути, можно праздновать все дни рождения в разных местах. И чем не крута магнитка? К слову о том, что все это недорого. $150 или 10 тысяч рублей хватит за глаза. А то и меньше. Но не надо забывать, что ребенок радуется днюхе, как никто другой. В данном случае они катались зимой на роликовых коньках. И это им нравилось. Что будет далее, посмотрим. Но мы сделаем для ребенка праздник. Потому что места для детского отдыха в Магнитогорске есть.